Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Нубию Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке «Сообщество», ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. А чё подана дает, я забыл. Построил чудо. А ты еще два посла поставил, Люблин поставил. И плюс 2 ячейки любого шедевра. Нет, не Люблин. Что? Стены ты хочешь сказать? Да, военный лагерь. Стены, да, стены. Да, когда я их поставил, у тебя уже был военный лагерь рядом. Это защитный военный лагерь был. Да, а стены что, не защитные? Нападающие? Собачки, религия, ну спасибо. Офигеть, я открыл оборонительную тактику. Так, здесь акведук готов. Мне надо развиваться. Великого художника. Расти как-то. Давайте больше. Приятно, конечно, штука, вот это вот культурный захват от района. Я у Польши 3 лет. Кусаю эту Польшу, кусай. Ну ты отжал, но я, по-моему, тоже контр что-то могу сделать. Может, военный лагерь, типа. Ну да. Морф. Ты не хочешь союз тоже? А это кто предлагает? Даже форт построив, форт, чтобы построить, нужен, по-моему, если не строитель, то как он там называется-то сейчас? Военный инженер. Военным инженером могу построить форт просто так на любой клетке. И это даже не район. И тоже произвести культурный захват. Это вообще химба. Ну, правда, до этого надо было бы еще дожить, конечно. Я не дожил. Так. Кто Морфу предлагал союз, кидайте там посмотрим. Что с ресурсами? Серебро с Конго. Алмазы с Грузии. Алмазы с Грузии надо. Ага, гипс. Нет, значит, серебро с Конго на гипс надо. И все. И больше не... А, еще жемчуг. Еще жемчуг с шумером. Отлично. На гипс. Серебро с Конго с жемчуг с шумером. Окей. Отвел. Ну ладно. Гильгамеш, там предложение. Так что, паузу? Ну, Гильгамеш, если... Жесть начнется ну, следующим, видимо, ходом. Я не знаю, как вы... Там кто-то вылететь хотел. Гильгамеш, я тебе кинул на жемчуг, если там кто-то с тобой другой хочет торговать. Ну, они нападают, пусть они решают, как бы смогут они что-то, не смогут. Конго, тебе я тоже кинул. Мистер Ди, здесь все целиком зависит от тебя. Да не, паузу можно ставить, можно. Ну, в следующем тогда. Давай в следующем. В принципе, можно и сейчас. Так, ну у меня только вот Хех отваливается. Сейчас я его обращу в свою религию, и будет вообще норм. Да я мани в хех посажу сейчас. Но это я в золотом веке. В смысле? Да не. Так, давайте по городам пройдемся. У меня там сейчас Чикаго уничтожен. Кто? Варвар. Варвар. Все, ставлю паузу. Максимально. У Конго 132. У меня 168 науки и нету почти нигде библиотеки. 132. 132. У него 170. Польша, мы меримся. С компусами на плюс 6, на плюс 7. Что, мерим. Кто, что не, ну сделать? Так неинтересно, американец. Ну смысле. А что мне еще тогда тут делать, кроме как с вами воевать, я не понимаю. Ну, ГГшка же нет. Не-не-не, я военный ГГшка. Я же, ну, в этом суть. Я играю так, в смысле. Военная ГГшка, которая бонусы не дает, да? Только забирает все. Ой, не, давай-ка вот так, слушай. Перс. Слушай, ты же понимаешь, что так не пойдет? Ну я не знаю, ну что... У тебя сейчас какое-нибудь недовольство 100 пудов от этой войны, да? Да, поэтому я хочу Люблин. Я ради него и начал. Ну вот, ты хочешь Люблин, а мне что с этого? Вот. Зачем мне жить? Тебе мир и пряник. Я сейчас как настрою юнитов, как пойду отбивать. А, блин, я хотел овец этих. Ё-моё. И у тебя ничего не получится. Овец убрать и там акведук ставить. Если у тебя юниты следующей эпохи. А, да, акведук ставить. Сколько науки вообще? 58. Интересно, где ты? Ты от меня на одну теху отстаешь в дереве развития. Ну, как показывает. Нет, съешь, точнее, а опережаешь меня. Ну да, я пониже нетки иду. Слушайте, мне надо всем им... Наверное, еще одного поселенца взять и идти мою религию разносить. Потому что, смотрите, 3 религии всего, один из которых фашизм, Маурия, который я перебиваю тут. Вынесли, уже освободите его от мучений. Что это? Просто могу уйти тогда. Маурия, у тебя священным городом этот Кайапои был? Ну что, тогда я заключаю мир и нет. Я ухожу. У тебя где-то на островах еще, что ли, там? Да, можешь посмотреть. Ты сейчас плаваешь там между... Америка, Перс. Заключаем мир и я ухожу тогда. Вы согласны? Почему нет? Ну, в смысле уходишь? Ну, заканчиваешь игру? Я свою игру, видимо, закончу, да, потому что... Но если никто не против, у него 2 города осталось. Мы вообще без понятия, где он. Что там у вас, что там у вас происходит? И Персом, и Америкой, они воюют с хода, наверное, 20-го, ну, нет, с какого, с 30-го, 20-го. А за кого ты вообще был, кстати? Я за Польшу. А, понял. Ну, молодец, хорошо сопротивлялся, да. Столица... И сопротивлялся на 160, на 170 науки. Да. Так это ж не его проблема. Это не его проблема, да, но он сделал все, чтобы японцу никто не мешал. Это странно играть. Я не могу, то есть вот японец мне помогал при обороне, а я должен был подумать о вас, чтобы вы могли победить. Да. Зачем? Где претензии не выставляю, я говорю, молодец, навоевал на 170 науки. Это вы, блин, навоевали на 170 науки. Вот сейчас справедливо. Вот помогли бы мне в развитии, я бы тут сейчас на самолетах пошел бы на японца. Не то, что... Так, чем все-таки делаем с Польшей? Ну, персом мной уже мир заключил. Но я имею в виду не против, что он уйдет, на остальные. Да, есть кто, лучше так спросить, есть кто-нибудь, кто против того, что уйдет японец? Нет, перс. Ну ты засрал. Не, да, если да, японец уйдет, да, мы... Японец, ходи. А у него уже столицу забрали? Нет, нет. У меня забрали другой, один город из 3. А, нет, был еще 4. Так, мне надо как-то подумать... Вот. Но у него 6 про... науки, 3 культуры. Корпуса. Раз, два, 3-го уровня смотрю. Строю тут арбалетчиков. 2, 3. О, Маори, привет. Маори забирают, да? Нет. Нет, там тоже повоевали, как вы оставили. Маори никто никогда не заберет, у него там города в океане просто. Не, просто у него так поселенец приплыл. Хорошо. К персу. А Колизей кто-то построил вообще? Наверное, Конго, да? А, стоп, так это Маурия, а не Конго. Так, ребят, вы тут еще ставите на то, что Конго будет вырываться? Да, у Конго 140 науки и 100 культуры. Понимаешь, что у меня 140 с библиотеками и университетами. А у него 170 без библиотек. А у него 170 без библиотек. Ну и что, сейчас закончится этот век, и у него станет меньше, а у тебя останется... У него плюс 6, плюс 7, у меня плюс... Люкс, я не понимаю, ты, если ты про то, что давайте типа за победу японца голосовать, или ты сейчас о том, чтобы на тебя внимание не обращали? По-моему, на тебя вообще никто напасть не может в данной ситуации. Я про то, что я не вижу смысла это продолжать, потому что японцу никто ничего не может сделать. Мы здесь никто ничего не можем сделать японцу. У него через ходов там, наверное, уже 10 будут самолеты. Самолеты, да. И он просто здесь всех заберет, всех. И китайца с его китайской стеной. Она ему не поможет. Ну давайте посмотрим. Давайте, пускай он реализует свое преимущество сначала. То вы так заранее... Заранее? За 10 ходов целых говорят тут. Там же еще религию, не забывайте про нее. Там 10 человек надо обратить. Это жестко. Вход там... Я сижу 80 ходов, ну ладно, 8 ходов, 40 говорю, принесите мне религию. До сих пор никто даже не почесался. Я бы ее тебе принес, если бы меня не убили. Взяли бы религию на науку за чужие города. Я бы взял. Еще что-нибудь. У меня бегает тут апостол Петр по карте. Священное место и строители на 2 действия больше получат. Ну ладно. Так возьмем. Пока лучик ты держался до последнего. Красавец держался до последнего. Будет жить. А у тебя уже с просвещением? Это... Нет. Ну, с рационализмом, по-моему, такая наука. Я не открыл еще просвещение. У меня 90 культуры, но я еще не открыл просвещение, да. Так, всем спасибо за игру, только. Спасибо тебе. Спасибо. Тебе спасибо. Спасибо. А еще у меня селитра вылезла там, где должна была театралка стоять на плюс 5. Я тут чуть стул не прожег. Стул не прожег. А какой сейчас ход там в игре? 80. Шумер... Решил Стоунхендж построить. Мне не хватало очков для золотой век. А это у Лёши сколько вариант? Да нет, у меня мало науки. Идет, смотри, идешь ты 173, я 142, а дальше идет китаец 70. Хотя вы еще не забывайте, что у Конго у самого еще вольнодумство, поэтому мне тоже упадет. Мне тоже наука. Я не пойму, чего Чили не так все запугивает, как будто. Нет, это, я никого не запугиваю, я просто предлагаю. Вы сами разговаривать начали. А почему соседи действительно на японцев не нападали. Потому что его сосед Польша, а с другой стороны Китай. Вот и все. Ну мне до него очень далеко, на самом деле. Я, но у меня нету морских юнитов, чтобы что-то ему сделать. У меня один прибрежный город. Ну, у меня плюс еще +5 вообще ко всем морским юнитам. Да. И я не вижу, чтобы у тебя на побережье много городов стояло. Я вот такой вот один. Не, у меня 4 города на побережье. Ну, мне вот до японца вообще клеток 15 идти, так что мне с ним смысла вообще не было воевать. Ну как тебе чай? Знаете, я прям вижу, как моя Сибирь, она тает просто на моих глазах. Кто тает? Сибирь моя. Слушай, Маурия, я, конечно, все понимаю, но это прям наглый город. Прям очень. Ребят, кто на Маури играет? Маури. Это бездомный дог. Снуп доги-доги-дог. Фабрика электроники, конечно, хорошая вещь, типа, значит, культуру ждет. Кстати, вот так каждое воскресенье собираетесь? Как бывает. О, тут уже индуизм. Так, ну надо как-то отсюда его тогда. А сколько тут вообще? Если чё, он ответил в чатик. Кто? Дог. Ну это я персу говорю. Я заметил, спасибо. Так, ну давайте, что там по великим людям? Научных, я думаю, не стоит. Очки, давайте за промзоны. Давайте за промзоны, чтобы японец быстренько построил фабрики электроники везде. Великий торговец. Так, ну то есть не начисляются очки ученых, так сделаем. А вот что по поводу зданий? Что по поводу зданий? Кампус. Я за промзону. Кампус. У него нету, говорит, библиотек. Кампус. В смысле? Кампус. Так а мы тогда его не догоним. Ты чё? Ты чё? Фу, ёлы-палы. Сорян, туплю. Может, наоборот... Уже так было один плюс раз, когда вы... +100% кампусом тогда, чтобы мы быстрее, типа, его догнали? Да, давай. Мне правда, кажется, он так тоже лучше. Построит там всё. За кампус я тоже, в принципе, плюс, но я за промзону вылил. У меня еще поляк там башлял. Так сразу сдаетесь, он все-таки 10 человек ФФА, у вас есть другие варианты победы, там и дипломатические, и религиозные, вон религии всего 3 штуки. А нет, уже 4. Я ни одной не вижу. У меня в границах есть грузин без религии. Японец с религией. Японец, неси свою религию у меня. Хорошо. Рассинхрон. Рассинхрон, но только у морфа. Или у вас тоже? Не, у морфа. Да, чтоб тебя. И у люкса. Прикольно. 52 веры вход с одним священным местом. Еще, кстати, хорошая вещь — это вот попечение для меня. Кампуса и центры коммерции. Плюс один в соседстве. Маури там расселяется. Ха, победа при ничьей? Что, как-то по-другому голосовали, я смотрю. Грузин за великого торговца почему-то вкинул. При ничьей победа должна быть у хоста, вроде, насколько я помню. Или нет? А где вообще японец обитает-то? У нас. Замечательно. Я просто не знаю, какие тебе ориентиры дать. Ну, от грузина там, допустим, либо от Маури направо. От грузина налево по воде, потому что по суше там цельная гряда гор. Или через Конго, но тоже по воде потом. Японец уже Виктора нанял. Но почему бы и нет? Самолет из прокачки. Ну, точнее, с доп. Опытом. Так, 7 ходов, а я в нормальном веке. Сколько у меня до пушек? Блин. Долго. Оружейные, арбалеты. Так. Что там? Сахар за китов, да. Можно. Вообще там надо еще обрабатывать сахар. А этим камень. Дофига ли я городов? В последних городах кампуса они строятся по одному ходу. В смысле, университет. Сейчас надо покупать Да, тут лес. Ну, что поделать, надо кампусы везде строить. И здания в кампусах. Ну, пока ускорение идет на это дело. Знаете, я разведывательное управление тут построю. Надо будет поставить карточку на... Так, вот здесь надо фермы. А, тут 6. На кампус у меня, по-моему, не стоит или стоит? Священное место. Да, на кампус надо поставить. И вообще в просвещении, когда там... Ну, мне без национализма нападать на шумера нету смысла. И, походу, я раньше выйду в пушки, чем... Блин, 5 ходов чуть-чуть не хватает. Гуманизм открыли. Ну, нечего тут менять, мне кажется. Или убрать новые строители. Поставить на соседство кампусов. Может, тогда пока еще за веру понакупать. И 5 ходов. Потом уже буду... Я религии не победю, правильно? Так, торговца можно купить вообще-то. Блин, нету возможности на фермы ставить нормальные здесь. Китай предложение. Гавань я тут так и не открыл. Я еще гавани не открыл. Так, а что у меня по ресурсам? Есть чем торговать? Сахар. Так, у кого нету сахара? Он есть только у шумера. Я могу... Ни с кем не могу. Ни у кого ничего нету. Надо ромашку завершать. Смотрите, осталось 2 райончика буквально. О, Мероя будет сейчас расти, как на дрожжах. Хорошо. Да, но я, к сожалению, в нормальный век выхожу. Никто не хочет ничем поменять. Блин, у меня тут перец непочиненный, еще могу перцем торговать. Блин, конь влез. Я обстреливать не могу из-за него, блин. Лучик ушел, все молчать стал, даже грустно. Лучик. Челинья, малинку. Ну, чтоб всем захотелось опять молчание, там вот это. Это какое-то испорченное радио, знаете, с этими. Господи, у меня сейчас кровь из ушей пойдет. Ну что, все еще жалко, что все молчат? Мне понравилось, можно еще, пожалуйста? Запела душа победы, душа победы. Леша, убери, пожалуйста, у Шумера своего скаута возле перьев. Так, нам надо юниты с третьей прокачкой вперед. Вот он, вот он. Вот он. А сзади с первой прокачкой ставить. И апать. Ну, в смысле, в армии объединять. Вот так сделаем. Ну, эти на втором уровне хай объединяются. А вот этот первый к третьему надо вести. Да, я смотрю, где больше денег можно своровать. Зачем посольство? О! Ты и... не Польшу говоришь? Нет. 5 очков Польша не хватает. Просто она тоже сейчас компьютер-любитель этого делала. Слушай, я лидера Польши не вижу на самом деле. Ну и знака вопроса у меня больше нет. Может, ее вынесли уже? Нет, нет. Знака вопроса нету, когда играет компьютер, а не человек. А, да, да, да. Я все равно не вижу Польшу. А, я просто его не... Да, я понял, я не нашел ее, поэтому она вообще не представляет. Именно так. Да. Ребят, а от чего улучшается театральная? Чудес. Чудеса света. Чудеса, да. Улучшается, ты имеешь в виду больше бонус соседству, да? Да, да, да. Ну, здесь производственную площадь, здесь надо обработать лошадей. Значит, надо тут купить рабочего сейчас. Понимаешь, что там Лян сидит, но пока здесь. Ну, здесь надо треугольничек, видимо, центр коммерции и гавань делать. Перс, сделка. Кампус поставим. Будет ли у меня сейчас рационализм вообще? Давайте мы учетные банки оставим. Сто 118. Нормально. Че, Перс, также культурный? Да, других-то больше нет. Ну, научный. Да? Блин, может, культурный лучше, я просто по культуре учиться не представляю. Не, я культурный. Лёша, союз продвигает. А, это кто спрашивает? Шумер. Шумер. Ну, у меня караваны выгоднее к Маурии отправлять. Ты вообще ко мне караваны, по-моему, не отправляешь? Да? Тебе одной... что-то как-то не очень выгодно, да. Ходов до корпусов и блин, долго пушки, долго. Но пушками, по-моему, сносятся. Шумер. что меня атакует. Да ты успокойся. С миром. Боже, ну я расселился. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 городов. Что-то я психанул, у меня 14 городов уже. Что делать? А это плохо? Я не знаю. Или у тебя довольство кончилось? Да нет, вроде. Не, деньги тут нужны. Давайте строители. Шумер, а ты можешь брать? Пожалуйста. Пожалуйста, болельщика. Спасибо. Следующим входом узнаем, есть алюминий. Но под тобой пустыня. Я поселенцев готовил. Блин, надо было, наверное, все-таки сюда ставить акведук. Ну это вот пример. Ты когда воюешь, что остальные улетают особо. Ну, я не знаю, правда, почему Шумер так слабо развился. Что? Что сказал? Я говорю, что про союз? Да я не знаю. Я не готов, конечно, с тобой воевать, но надо воевать с тобой. Не, я не готов, давай союз. О, 2 хода. Пушки, 4 национализм. О, так мне уже скоро... Так, здесь этот в корпус есть. Этот в корпус 3-го уровня есть. 3-го. Сюда тоже корпус есть. Тут надо... Там Кумаси никто не перекупает. На всякий пожарный. Шумер, ты на меня нападать, что ли? Да, кого здесь нападать-то? На меня. В одну клетку, проход. На этом пока все. Продолжение. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!